Сотрудники госавтоинспекции Сочи выявляли лихачей на иностранных машинах. Номера подъезжающих автомобилей сверяли с информацией в базах данных ГИБДД и в случаях выявления нарушений, зафиксированных камерами, на водителя составляли административный протокол. Электронная схема и ранее фиксировала номера иностранных государств, но до сегодняшнего дня постановления о штрафах не выносились. Министерство внутренних дел разобралось в ситуации, и все центры автоматической фиксации в России получили алгоритм работы с такими нарушителями. Нарушитель, который фиксируется сотрудниками ДПС, есть возможность распечатать постановление, пробивается по базам, которые есть у нас в ЦАФАПДД, и в случае, если есть нарушение у этого гражданина, независимо от того, это в Сочи или по территории Краснодарского края, выносится постановление и под роспись ему вручается. Процесс оплаты в данном случае точно такой же, как для жителей Российской Федерации. Также в течение 20 дней штраф можно оплатить со скидкой 50%. За 3 часа работы инспекторы составили 11 материалов на жителей Абхазии. Кроме того, в ходе рейда на двух водителей составлены протоколы за управление автомобилем без страховки. Со стекол 18 машин снята тонировка. Такая работа будет организована не только на территории Сочи, но и на всех постах в Краснодарском крае.